Привет, как тебя зовут? Артём. Я Влад. Арсен. Откуда ты? Родился в Иркутске, а так из Москвы. Солигалич. Санкт-Петербурга. С Уфы. И твое настроение тремя словами? Удивительно, впечатляюще, ошеломляюще. Радость, счастье, спокойствие. Позитивное, увлекательное, радостное. Почему ты решил поехать на Level Up? Я хотел повеселиться. Меня отправили сюда родители. Как первый раз ездил, мне очень понравилось, вот я второй раз приехал. Поначалу мне предложила эту идею мама, а в конце концов в Алтай полетел по своей инициативе. Какие навыки ты тут прокачиваешь? Коммуникацию. Коммуникабельность, лидерство. Лидерские. Способность правильно общаться с людьми. Лидерские качества. Что тебе больше всего запомнилось? Горы. И сплав по реке, Катунь. Природа. И тренинги. Выживание в дикой природе и стратегии. Катались на байдарке 23 километра. Татьяна проводит медитации по 15 минут. Всем огромное спасибо за эту смену. Я решил, что в Level Up я буду приезжать на постоянке. Здесь все ребята такие на позитиве. Все разные просто абсолютно. С каждым интересно поговорить. Я под большим впечатлением. Это очень интересно. Много интересных людей, с которыми интересно общаться. Благодарим всем, кто тут есть. В одинаковом количестве. Я хочу приезжать сюда много-много раз. В общем, мне безумно нравится этот проект, это место. Я считаю, все на высоте.